Однажды кто-то где-то, а может и не кто-то, а может в телевизоре, а может на FM, решил, что нашим гражданам и разным прочим людям полезно обсуждение различных важных тем. Такое наше времечко, балконом бьют по темечку, такие все серьезные, что грех не пошутить. Позвонили родственники из Тбилиси, говорят, в последнее время люди стали бояться выходить из дому. Всем страшно, грузин хватают прямо на улице, везут в аэропорт и отправляют в Украину работать министрами. Вот я вчера смотрела кино с ноутбука, уснула, просыпаюсь, на экране значит надпись: ваш компьютер перейден в спящий режим. Ну, хоть с кем-то переспала. Знаете, так хочется иногда прижаться к кому-нибудь, поднести губы к уху и прошептать: дай денег. Можно уже потихонечку говорить, да? Всем привет от дяди Изи с Хайфы. Это директор артели «Напрасный труд». Хочу вам сказать, что власть у России всегда прислушивается к оппозиции. Ставит жучочки и прислушивается. Поэтому мой вам совет. Если вы оппозиционер, так возьмите на полтона ниже. Не ищите себе приключений на нижний бюст. Потому что лучше таки быть богатым и здоровым, чем даже бедным и больным. Как время, время, времечко. Как жареные семечки. Закончилось так быстро ты. Но хочется еще. Мы с вами не прощаемся, чтоб вы не заскучали. До скорого, до времечка. В эфире каждый день.